Интернет до врача доведет. Записаться на прием теперь проще. Электронная запись избавляет от самого главного неудобства – ожидания в очередях в поликлинике. И гарантирует, к доктору вы попадете обязательно. Достаточно иметь учетную запись на портале госуслуги. Нажимаете на здоровье, и тут есть такая кнопочка «Запись на прием к врачу». Мы нажимаем сюда, нажимаем «Начать», и тут выбираем, кого хотите записать. Можно нажать «Себя», ребенка, другого человека. Когда вы нажимаете себя, СНИЛС, ну, как правило, СНИЛС там точно будет. Другие документы, полис, ОМС, вы можете добавить в свой профиль, и вам не нужно будет их вводить вручную. Если мы выбираем ребенка, также у вас есть возможность в профиль госуслуги добавить своих детей. Удобный интерфейс, легкое в использовании меню и пошаговая инструкция. На интернет-портале предусмотрены все удобства для пользователей. А главное, никакой волокиты. Любая операция выполняется быстро. Время ожидания у окна регистратуры и кабинета врача с такими возможностями должна остаться в прошлом. Нажав на карту, либо можно выбрать из списка. Допустим, я выбираю городскую поликлинику. Вот тут у меня врачебная амбулатория, ГБУ, городская поликлиника. Выбираю, я в данный момент прикреплен тут по заявлению. Вот у нас отображается адрес, где эта поликлиника находится, и вот специалисты. Допустим, я хочу записаться к неврологу. Выбираю из списка, к какому неврологу хочу записаться, допустим, Богатырёву. Тут расписание выводится на 2 недели вперед. То есть вот 10-го это уже конец недели, плюс еще следующая неделя. Давайте выберем там 16 числа, и мы выбираем талоны. Если ваши планы изменились, отменить прием также можно в приложении. Не стоит переживать за сохранность персональных данных. Они не передаются и хранятся только на портале госуслуги. Мы в любое время можем отменить эту запись. Мы открываем снова список свою запись. Вот она, запись подтверждена. И тут есть вот отменить. Мы можем отменить. Если у нас не помню, мы освобождаем талон. Ну, для других пациентов. Нажимаем «Отменить» и отменяем запись. Записаться через госуслуги можно и на диспансеризацию и профосмотры. С рождения до года детей ежемесячно патронируют педиатры. После профосмотра проводится ежегодно. Проводятся профилактические осмотры по приказу 514, осмотр несовершеннолетних в декретированные сроки. Профилактический осмотр проводится как и в образовательных организациях с выездом специалистов в образовательные организации, так и в поликлинике. В основном у нас дети с 15 до 17 лет, которые осматриваются всеми специалистами. Это эндокринолог, невропатолог, психиатр, лор-врач, офтальмолог – основные специалисты, которые именно нужны в школьном возрасте. Также у нас проходит диспансеризация детей, состоящих в трудной жизненной ситуации. Также через портал можно не только записаться к врачу, но и вызвать его на дом. Тамара Хашагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.